Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Карина, и в сегодняшнем видео я покажу вам всю свою коллекцию для губ от бренда MAC. То есть здесь будут как блески для губ, так и помады, и даже жидкие помады. И это вам было интересно, поэтому я снимаю такое видео для вас. И я думаю, это будет актуально, так как здесь будет много цветов ходовых, которые бестселлерами являются у бренда MAC, поэтому я думаю, это будет полезно посмотреть сводчи, потому что я... Чаще всего, когда покупаю какую-то косметику именно в интернете, например, я всегда смотрю сводчи и во всех социальных сетях, и на ютубе в том числе, для того, чтобы убедиться, что этот цвет мне действительно может подойти. Итак, сегодня сводч видео и поехали! В сегодняшнем видео я буду показывать также и лимитки. Я покажу вам все-все-все. Мало ли вы где-то увидите еще это на скидках. У MAC часто бывают, выходят именно лимитки, и новогодние в том числе на скидках. Поэтому, ну, вдруг вы увидите, и вам очень понравится, вдруг вы, возможно, где-то его встретите. Поэтому я буду показывать и в том числе их. Итак, первый это блеск. Мы начнем именно с блесков из серии Lip Gloss. Это их новогодняя коллекция, и у меня оттенок Young Star. Следующий блеск также из серии Lip Gloss, это их была прошлогодняя новогодняя коллекция, у меня он практически закончился, но я все равно вам покажу, потому что этот цвет один из моих самых любимых, это у нас цвет Iced Orchid. Следующий блеск, это блеск из серии Dazzle Glass в оттенке Baby Sparks. Очень красивый, холодный розовый с фиолетовыми блестками. Этот уже блеск у нас имеет кисть и крупные блестки. Этот блеск, посмотрите на его сияние, он, наверное, самый сияющий из всех блесков MAC, потому что он именно за счет своей текстуры, и плюс он такой липковатый, но он переливается именно за счет блесток. Кстати, все блески от MAC очень хорошо увлажняют губы. Следующий также из серии Dazzle Glass, и у меня уже оттенок потемнее, это такая бронза с какими-то... зелено-розовыми блестками оттенок Get Rich Quick. Видите, тоже он у меня уже меньше половины осталось. Следующий блеск из серии Lip Gloss, также рождественская прошлогодняя коллекция. У меня вот такой очень красивый, безумно красивый темный оттенок бургунди в оттенке Rose Body. И его я больше люблю наносить чаще всего на помаду. Также вот MAC в темном оттенке, но сейчас покажу вам соло. Uh,
была лимитка, которая называется Oh Sweetie, и это жидкая помада металлик красного оттенка. Оттенок у нее Strawberry Torte. Это именно не матовая, а просто жидкая помада, но металлик. Очень красивый. Постоянный блеск, это у нас MAC, естественно, Lip Gloss в оттенке Ruby Woo. Безумно красивый, такой плотный, насыщенный цвет, текстура идеальная. Ну, вот я говорю, вот эта вот серия у MAC Lip Gloss, вот это жидкое стекло для губ, это просто нереально, я обожаю эту серию MAC. Блеск обязательно нужно наносить с карандашом или на помаду. Но сейчас я этого не делаю, просто продемонстрировать вам оттенок. Это Ruby Woo, их знаменитый, и продемонстрировать на то, какой он плотный. Все, теперь у меня остались только помады, и я приступаю к нанесению помад. Первая помада, это нюдовая помада из серии Made, оттенок Honey Love. Серия Made, оттенок Kinda Sexy. Серия Made, оттенок Velvet Teddy. Текстура Made, оттенок Mer. Это уже розовый нюд. Напомню, что именно вот эта текстура Made, она не так сушит губы, она подсушивает, но не сильно. Вот у них текстура Retro Made, которую я сегодня буду показывать, она сушит больше. Серия Retro Made и оттенок Relentlessly Red. Очень яркий розово-красный оттенок. Эта серия, она даже тяжело как бы ее даже нанести, то есть она прям такая пудровая. У меня не очень ровный контур, но это не важно. Этот оттенок на всех смотрится по-разному, на всех. Зависит от вашего типа, нет, типа от вашего цвета кожи, волос, на всех по-разному.
меня уже губы как у Джокера просто. Ну вы просто посмотрите, девочки, этот оттенок есть в миниатюре, он стоит в 2 раза дешевле, поэтому, если вы очень хотите такую яркую помаду, но вы знаете, что вы ей не будете пользоваться часто, купите миниатюру, и будет вам счастье. Посмотрите, какой красивый весенний-летний цвет, вау. И он абсолютно матовый, это значит, то, что он будет супер стойкий. Обожаю этот цвет. Купила, кстати, его в России, и теперь вот вспоминаю, когда смотрю на эту помаду. Помада единственная жидкая из серии Retro Make Liquid Lip Color в оттенке Back in Vogue. И не советую никому эти помады, потому что она сушит губы просто безбожно. Это самая сушащая, которая вообще у меня есть. Я думала, такую текстуру уже не выполнять. Она очень круто выглядит, и у нее очень удобный аппликатор. Но по факту она такая сушащая, я вам ее не советую, но показать покажу. Это вот такой персиковый цвет. И когда он высыхает, в нем есть какие-то блестки. Я даже не буду ждать, пока она высохнет. Она быстро высыхает, она красивая, но она так сушит, я ее практически не могу носить. Но помада очень классная по цвету, у меня прям разочарование. Видите, какой красивый, теплый персиковый цвет, прям такой освежающий, и все засыхает, надо стирать. Серия Mate, оттенок Diva, это очень красивый темно-красный цвет. Кстати, цвет не плешивит. Ну и последняя помада. Она также из серии Retro Made Lipstick. Оттенок, конечно же, та-да-дам, Ruby Woo. Заканчиваем наше видео легендарным красным цветом бренда MAC. Идеальный красный цвет. Да простят меня бьюти-гуру за мои сегодня кривые губы, потому что уже много помад и блесков я попробовала. Давайте посчитаем, сколько всего у меня их. 15, я насчитала 15 продуктов для губ от бренда MAC. Ну что ж, я надеюсь, что такое видео вам понравилось. Я знаю, что вы очень любите смотреть сводчи на губах. Да, я сама на самом деле очень люблю. Кто похожей внешности с моими волосами, цвет, я имею в виду цвет кожи, то вы можете смело ориентироваться на эти сводчи для себя. И буду прощаться уже сегодня с вами. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно заглядывайте в инфобокс. Там будут все, конечно же, названия. И да, я желаю вам удачных покупок. И обязательно смотрите всегда сводчи перед покупками, особенно дорогой косметики, потому что это очень важно для того, чтобы вы получили максимальное удовольствие от косметики. Я благодарю вас за просмотр данного видео. А мы увидимся с вами в новых видео. Пока-пока.